Мамонты Югры продолжают победную серию. На этот раз молодежки противостояли сверстники из Оренбурга. Мамонты начали игру резво. Уже на второй минуте команду вывел вперед Михаил Стехановский. А спустя 11 минут он оформил дубль. Сократить отставание в счете гости смогли только в начале второго периода, воспользовавшись удалением. Больше взятий ворот в этом матче не случилось. Итоговый счет 2-1. Сегодня у команд пройдет вторая игра.